Добрый день, дорогие друзья! В этом видео сегодня мы с вами разберемся, где в телефоне Android находится буфер обмена. Ну, прежде всего, что такое буфер обмена? То есть, если вы в своем телефоне Android копируете и вставляете текст, он должен сохраняться в буфере обмена. Ну и сейчас мы найдем этот буфер обмена в телефоне Android. Для этого нужно нам запустить клавиатуру. Находится он в клавиатуре Android. Запускаем и видим вверху, видите, вот такие у нас есть, скажем, видите, да, такие вкладочки, здесь настроечки, цвета, цветовая гамма. Но нас интересует листочек, видите, нажимаем листочек. И у кого будет, как у меня, то есть буфер обмена не включен, то есть видим полосочка отключена, то нам нужно его включить. Нажимаем включить буфер обмена. Видим, он включился. Теперь давайте перейдем в какую-либо новостной сайт и немножко скопируем текст. Берем, копируем текст, нажимаю копировать и возвращаемся в буфер обмена, то есть вызываем клавиатуру. Нажимаем клавиатуру и, как вы видите, в буфере обмена запоминается все то, что вы копировали. И после этого вы можете, если не можете найти, что копировали, видите, один я удалил, можете найти в буфере обмена все, что вы копировали до этого, и вставлять, и еще раз копировать. На этом, дорогие друзья, у меня все. До следующих встреч.